солнце. Меня зовут Василий Тихонов. Ребят, АСК России, Ассоциация спортивных студенческих клубов. Мы сегодня приехали на это спортивное мероприятие для того, чтобы понять, каково это быть настоящим спортсменом, какого размера должна быть твоя бицуха и сколько раз ты должен отжиматься. Как минимум, мне кажется, 30 нужно отжаться точно. Но мы проверим это в конце нашего репортажа «Спортсмен». Да, пока солнце бегает по этапам, по площадкам, которые преодолевают студенты, мне интересно, насколько они спортсмены вот прям закоренелые. Мне интересно реально, как они питаются. Есть у меня им один вопросик каверзный. Сейчас мы это проверим. Ну что, пойдем? Погнали. Пожалуйста, где самый вкусный бургер в Москве? Не пробовал, не знаю. Не знаешь? В Макдональдсе. А ты кушал там? Да. А что бы ты выбрал, картошку фри или брокколи? Наверное, все-таки картофель фри. Конечно, брокколи, однозначно. Брокколи. С каким? А, потому брокколи. Потому что она полезнее. Потому что она... Думал, что я фри выберу. Я думал, что ты выберешь фри, да, и спрошу, с каким соусом. Ладно. На Новый год ты что попросишь у Деда Мороза? Машину или уметь 150 раз отжиматься? Уметь 150 раз отжиматься. Машину. А ты попросишь машину, да? Да, конечно. Я бы красивую девушку попросил бы, на самом деле, себе. Умение 100 раз отжиматься. Автомобиль, потому что уже есть, да? Да. Потрясающе. Все, главное, что у вас есть цель. Удачи вам на работе. Надеюсь, без всяких сильных травм. Побежали дальше. Ну, смотри. Сегодня у меня такая интересная будет задача. Я девочка, я в платьишке сегодня, и очень хочу вот этому вот научиться. Можешь меня научить каким-нибудь азам? Можешь показать что-нибудь, не знаю, там, на носу держать? Ну да, конечно, можно научиться самому такому первому трюку, первоначальному, это удержание мяча на шее. То есть я могу показать, вот он так делает. Я думаю, что он получится. Мероприятие, конечно, потрясающее, но даже здесь не дают работать. Девочки так и бегают со мной. Да я вызываю тебя на бой. С ним? Нет, со мной. А на самом деле ты зря так, потому что... Мне посерьезнее так. Ой, ой. Меня научили сейчас азам, который ты не знаешь. Ну, давай. Ready? Go. Давай. А сейчас, дорогие друзья, мы наблюдаем за очень редким явлением. Наш экспонат девушка, и она отжимается. Эти необыкновенные движения ей дала мать природа. Ну и пару тренеров. 24 раза. А сейчас пойдем куда-нибудь в уголок, где нас никто не будет видеть. Я просто интересно проверить, сколько отжимаюсь я. Девочка. 24 раза. Каналья! Это первое, чему учат, наверное. Так как у нас Наталья уже в четвертый раз не может это выговорить, мы сегодня побывали на Всероссийском форуме Ассоциации спортивных клубов. И несмотря на то, что я не могу это выговорить, мы сегодня не на Олимпиаде по русскому языку, я тебе скажу. Мы сегодня на спортивном мероприятии, поэтому я сегодня на брусьях была. Была. Армрестлингом занималась. Занимались мы. Ну ладно, там понятно, кто кого уделал, собственно да. говоря. Я поняла, как кидать тебя через прогиб. Я понял, как кидаться через прогиб. Ну я сегодня молодец. Почти. Ладно, тем не менее, мы пробовали, ребят, серьезно, здесь примерно 3, ну, может быть, максимум 4 часа. Я скажу честно, вот всех ребят, которых вы видели, они еще будут до вечера здесь соревноваться, состязаться. Мы побегали по всем этапам, которые они проходили, и я честно признаюсь, я очень сильно проголодался, поэтому вынужден отсюда убегать. Да, подожди. Для того, чтобы хорошо покушать, надо хорошенечко отжаться для начала. Нет, не я. Давай. 24 раза? 24 раза. Давай 25, чтобы девочку побить. Чтобы побить. Я не бью девочек, поэтому могу сделать меньше.
25 раз, да? Я даже подержу. Я со школы этим не занимался. Прости меня, Виктор Михайлович, мы учили физической культуры, если что не так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. О, ну красавчик, 31. Я кушать хочу.